Сначала хорошая новость. В мире все отлично. В России идет гражданская война. На карту поставлено 15 тысяч ядерных боеголовок. Очередной рабочий день. Халед Аль-Асад в настоящее время является вторым по влиятельности человеком на Ближнем Востоке. Ходят слухи, что он намерен стать первым. Наша разведка следит за ним. А плохая новость? Сегодня к нам присоединился новичок. Его зовут Соуп. Рад тебя видеть, дружище. Ты знаешь, что делать. Отправляйся на первую позицию. Прицелься и стреляй по мишеням. Прицелься в мишень, Соуп. Отлично. И стреляй по каждой мишени, целясь через прицел. Чудесно. Теперь стреляй по мишеням от бедра. Теперь я закрою мишень фанерой. Ты должен попасть в цель, пробить фанеру. Отлично! Пули пробивают дерево, гипс, листовой металл и другие непрочные материалы. Мишени будут появляться по очереди. Сбивай их все как можно быстрее. Отлично, дружище! Теперь возьми из арсенала пистолет. Хорошо, теперь переключайся на винтовку. Теперь возьми в руки пистолет. Запомни, быстрее переключиться на пистолет, чем перезарядить винтовку. Ладно, Соуп, иди сюда. Вытащить нож можно гораздо быстрее, чем переключиться на пистолет. Ударь ножом по арбузу. Отлично. Теперь ты гроза всех фруктов. Капитан Прайс желает тебя видеть. Он новичок, сэр. Полегче с ним, сэр. Он первый день на службе. Да, что у тебя за имя такое дурацкое? Соу. Соу, пора проверить твои навыки ближнего боя. Теперь ты должен спуститься с борта менее чем за 60 секунд. Рекордсмен у нас Газ. Он это сделал за 19 секунд. Удачи. Заберись по той лестнице. И 4 световых гранаты. По моему сигналу ты должен спуститься на платформу и тут же побежать на первую позицию. После этого ты спустишься по лестнице ко второй позиции. Затем переходи на третью и четвертую позиции и следуй моим инструкциям. Как только будешь готов, хватай веревку. Пошел, пошел, пошел! Огонь по мишеням! На вторую позицию! Огонь по мишеням! Бросай гранату через дверь! На четвертую позицию! Огонь по мишеням! На пятую позицию! Пошел! Огонь по мишеням! На шестую! Пошел! Бросай гранату через дверь! Позицию! Беги до финиша! Неплохо, Соуп, но можно было и лучше.
Если хочешь попробовать еще раз, забирайся по лестнице. Или подойди к мониторам, чтобы узнать результат. Господа, нам предстоит десантная операция. Всем приготовиться. Вылет в 02:00. Вольно. Чисто. Идем дальше. По фронту на палубе чисто. По сигналу вперед. Готов, сэр. Рассредоточиться. Дистанция 3 метра. Двое на платформе. Я их вижу. Огонь по усмотрению. Вас понял. Террорист нейтрализован. Цель нейтрализована. У нас гости. Молот 2-4. Террористы на втором этаже. Вас понял, вылетаем. Б-6, у Молота кончается топливо. Мы уходим. Орлан будет на станции для эвакуации через 10 минут. Вас понял, Молот. Укрофт, Гриффин, прикройте 6-го. Остальные за мной. Вас понял. Это я приберегу для более близкого знакомства. Золотые слова, дружище. По моему сигналу пошли! Проверить углы! Проверить углы! Слева все чисто. Справа все чисто. В коридоре все чисто. Идем дальше. Проверить углы. На лестнице чисто. Движение справа. Террорист нейтрализован. В коридоре все чисто. Проверить углы. Проверить углы. Слева все чисто. Готов, сэр. Идем дальше. Ждать моего сигнала. Жду приказа. Вспышка. Пошли. На помосте чисто. Я прикрою. Давай наверх. Все ко мне! Идем дальше!
быть начеку. Готов, сэр. Пошли! Слева чисто. Пошли! Движение справа. Идем дальше. Чеку. Ждать моего сигнала! Первый готов. Второй готов. По моему сигналу пошли! Террорист нейтрализован. Доложите обстановку! Все чисто! Вас понял. Получен сильный сигнал, сэр. Кажется, тебе стоит на это взглянуть. Здесь на арабском. База говорит B6. Мы нашли объект. Посылка готова к транспортировке. Нет времени, B6. К вам приближаются два летательных аппарата. Хватайте, что можно, и убирайтесь оттуда к черту. Быстро идут. Наверняка миги. Нам лучше уходить. Суп, хватай декларацию из ящика, быстро! Так, всем на палубу, бегом, Марк! Внимание, Гриффин! Доложите обстановку! Уже вертолеты, сэр! Противник приближается! Б-6, как слышите? Б-6, доложите обстановку! Черт, что это было? Корабль тонет! Пора уходить быстрее! Б-6, отвечайте, черт возьми! Понял, сматываемся отсюда. База докладывает Орлан. Посылку забрали, возвращаемся на базу. Конец связи.
автомобиль! Продолжать слежение. لماذا سنحامي استقلال شعبنا؟ كان